Читает сим-карту Xperia M4. Что-то там не очень хорошо все. Открывали телефон уже. Открывали, лазили. Еще и влага попадала. Итак, SimReader. Снимаем антенный модуль. Отстегиваем клипсы. Так, смотрим, как будем менять.
ничего опасного. Греем, греем, аккуратно, без усилий, дабы не оторвать пятаки. Снимаем. Ставим новый. Нажимаем плюс. Прихватываем пару контактов.
Когда не снимаю видео, делаю под микроскопом. Очень удобно. Установили. Стягиваем антенну. Застегнули антенный модуль. Thank you.
представляется. Сперия всегда отличали свои конструкции, еще начиная с Sony Ericsson. Давайте проверим. Заглушается телефон. Читает пин-код. Итак, слот сим-карты заменен. Несложная операция. 20 минут. Все готово. Слот недорогой, стоит около 5 евро. 4-5 евро. Там за работу смотрите сами. Мы берем 15 евро Xperia M4. Всем спасибо за внимание. Я Адов. Подписывайтесь на наш канал. Удачи в ремонте. До новых встреч.